В середине июня в Москве и особенно в Подмосковье очень много белых бабочек, у которых черные прожилки на крыльях. Вот такие вот красивые, изящные бабочки. Здесь не видно, но крылья у них полупрозрачные. Называются эти бабочки боярышницы. Хотя их гусеницы кормятся не только на боярышнике, но и на самых разных деревьях. В основном разноцветных деревьях и кустарниках. Вот так вот выглядит гусеница. Гусеница выходит летом, но не успевает до зимы стать куколкой и зимует гусеницами. Гусеницы перед зимовкой окружают себя паутиной. Потом гусеницы продолжают свой рост, свое развитие, превращаются в таких вот куколок и выходят бабочки, боярышницы. Скоро увидим. Обычно их бывает либо много, либо очень много.